Санаверу. В Санкт-Петербург сегодня к нам приехал дилерский Voya Free рестайлинг на версии прошивки 4.1. Изначально у клиента здесь имелся Voya Store, и через него были поставлены всего 4 приложения: FM Play, Кинопоиск, Яндекс.Музыка и Яндекс.Навигатор. Наша задача была доустановить приложение и поставить сюда сторонний магазин приложений. С чем, как вы видите, мы справились. Поставили ToCharge, Zonu, онлайн-радио, 2GIS и RuStore. RuStore у нас работает, может ставить приложения, приложения абсолютно любые, которые здесь доступны, можно скачивать и ставить. К Санаверу, спасибо за внимание.